на свіжому повітрі і однодумці в усьому світі. Саме так зустрічає кожен день гість, який прийшов до нашої студії. Денис Мінін, мабуть, ви знаєте вже його. Засновник стріт-воркаут в Україні. І ця людина зробила багато чого. Ви, мабуть, знаєте, скільки всього зробив Денис. Я знаю, що ви створили такий рух. Цілий рух в Україні, коли люди виходили на вулиці і починали займатися спортом. Але ж, що я хотіла запитати вас спершу, це про те, що ми всі давно знали, що є турніки, що є будь-які знаряддя, які можна використовувати на вулиці, і всі це робили. Але ви от з'явилися і за собою повели людей, які це почали робити активніше. І що вам такого спало до думки, що ви от захопились самі і захопили усіх решта? Є проста фраза «геніальність, вона в простоті». И что мы сделали? Мы, по сути, принесли социальный менеджмент, жесткий маркетинг, ведь наши деды и прадеды и наши отцы занимались, да? Звичайно, занимались на спортивных площадках во дворах. А что сделали мы? Мы просто сделали красивую упаковку, жесткий маркетинг, оцифровали это все, подали через YouTube, социальные сети, и все это привели вот в молодежный формат. И, соответственно, сейчас молодежи махать пальчиком неинтересно, они не слушают. И рассказывать им сказки, не пейте, не курите, хватит сидеть на лавочках, давайте на стадионы, давайте играть в футбол, волейбол, воркаутом заниматься, неважно. В принципе, правильно проводить досуг. Это неинтересно. Мы пошли другим путем. Они в социальных сетях, мы зашли в эту социальную сеть и подали это все в новом формате. То есть мы привнесли новинку. И я считаю, что мы сделали очень правильно, потому что у нас не только подтягивания, отжимания, у нас нет гендерных различий, нет религиозности никакой. И, соответственно, у нас парни, девочки, нет возрастных ограничений. То есть это могут быть дети там, от 5 лет и заканчивая там, 90-95 лет мужчины. Угу. Поэтому, и етаки. Конечно. Угу. И даже участвуют на соревнованиях у нас на международных и национальных. И фишка же в чем? В простоте, как я сказал в самом начале, отвечая на ваш вопрос. То есть мы простую вещь подали в новом формате. И это правильно, потому что мир меняется. Ведь аналоговое поколение уходит, цифровое приходит, и мы должны успевать в этом всем трансформироваться, потому что мир очень настолько быстротечен, что нужно успевать в это все так, а як? Могли ж не почути. Все одно почули. Ну, вони, може, побачили? Вони побачили на вашому прикладі і вирішили також повторити? Чи це не спрацювало? А вот тут ви правильно сказали, і прям сняли у мене з язика, це називається роль личного примера. Угу. Тобто не поучайте, а подавайте примеры. Это ключевое, это самое главное. Мы начали с себя. То есть простые парни вышли во двор, нет площадки, нет турника даже элементарного. Что делать? Жаловаться на депутата, на мэра, на президента, все плохие. Ну, це довго. И дальше сидим на лавочке, там пивко попиваем. Мне интересно. Мы взяли лопаты в руки и закопали первый турник. Заработали денег, построили свою первую площадку. Заработали еще больше денег, построили там уже 1500 там, за 10 лет нашей каденции. А заробили на чем? Это бизнесы. Это разные бизнесы. Тобто ви з будь-яких бізнесів прийшли, я маю на увазі, не на цьому заробили. Нет, конечно, это социальный благотворительный проект. На этом зарабатывать можно и нужно. И я призываю зарабатывать на спорте. Но не у всех это получается. Поэтому мы работаем в разных бизнесах и реинвестируем в социальную благотворительную миссию. То есть строить спортивные площадки. Окей, даже если нет денег и вы не занимаетесь бизнесом. Есть органы местного самоуправления. Что нужно сделать? Просто написать письма, обратиться. Есть органы местного самоуправления, департаменты, коммунальные предприятия. Дорогу осилит идущий. Просто идите, подавайте проекты, участвуйте и получайте. З приводу змагань. Все ж їх зараз багато. І ви їх теж якимось чином заснували, можна сказати, організували і зробили так, щоб до вас підтягнулися люди з різних куточків України. Знову ж таки, це така була місія, чи вам просто захотілося розвиватись далі? Я чесно признаю, що коли ми перший івент робили, великий, это был 2011 год, обычная спортивная площадка в обычном дворе. Вот представьте, просто дома, там бабушки сидят там на лавочке, там обсуждают молодежь. Ну вас как раз. Да, и тут приходит 1500 человек. 1500 человек во двор, причем с разных стран приезжают. Тогда это был щелчок, и для меня сигнал, что это настолько популярно, настолько востребовано и трендово, что нужно продолжать. И мы, соответственно, начали реализовывать, и теперь это уже международная федерация, международная организация, которая, внимание, не является официальным видом спорта, то есть олимпийским спортом, но тем не менее собирает зрителей и участников гораздо больше, чем многие олимпийские виды спорта. Ну, це просто дивно, я не знаю. Мені здається, що це повинен був зробити той, якраз та людина, я так би назвала, що так, що яка за собою поведе.
Бо багато було людей, які виходили на вулиці і намагалися щось зробити, але так, як зробили це ви, то, мабуть, треба якийсь мати хист особливий. Треба якось до цього підійти з якогось, можливо, іншого боку. Не знаю, побачити це якось по-своєму. У нас проста ідеологія була, ведь я говорив, все геніально в простом. У нас ще ідеологія, ведь перший пункт нашого устава – це популяризація здорового образу житті і спорту, тобто фізичної активності в будь-якому проявленні. Тобто наша задача не популяризувати тільки воркаут, а в принципі любую фізичну активність, здоровий образ життя, спорт, відказ від наркотиків, від алкоголя там або табака. І ведь вторая ключова річ це, ну, опять же таки, о простоті. Це, конечно же, організація туров здорового образу життя. Тобто ми що зробили? Взяли, сіли в машину з командою і поїхали по всім городам України. Проїхали всю Україну, заїхали в кожен город. Зараз в Дніпрі ми проводимо тур, так і називається, от в прошлом году ми проводили, в позапрошлом, дуже успішний проект, так і називається «Приїдемо в кожен двор». И делаем праздник для детей, для их родителей, показываем альтернативу, как можно проводить время. Это не политический проект, это не коммерческий проект. И мы это реализуем с нашими друзьями. Тут вопрос, обратите внимание, команда, мабуть, команда. Так, важливо. Я никогда не говорю «я». Только команда, только партнеры, только друзья, вот, сторонники. Нас поддерживают органы местного самоуправления, нас поддерживают мои друзья, нас поддерживает бизнес. Я сам из бизнеса. И поэтому вот в связке, вот в коллаборации, в этой, в симбиозе у нас получается этот результат. И ключевое, я бы хотел резюмировать это на вот своем спиче, это доступный и массовый спорт. Угу. Вот еще в этом простота. Это массово? Да. Это доступно, есть в каждом дворе? Угу. Ну, конечно же, да. До вас багато приєднуються. І чи приходять зараз до вас, як до, в організацію? Чи треба людям той поштовх? Вони ж самі можуть вийти на вулицю, так? Вийти в свій двір і займатися. Але ж вони йдуть в команду. Вони вже багато років займалися раніше самі во дворі, а тепер є понятие, что можно прийти познакомиться, пообщаться с единомышленниками, познакомиться с новыми разносторонними личностями. Потому что к нам ходят и студенты, и школьники, и профессура, и физики, и доктора, и художники, и юристы. То есть к нам приходят все. Это не говорит только о том, что только спортсмены, давай к нам в организацию на площадку. Нет. То есть человек занимается своей деятельностью, своей жизнью, своей семьей, там у него там двое-трое детей, а появляется свободная минутка времени, он приходит к нам, потому что у нас атмосфера, у нас позитивное мышление, у нас улыбка, у нас классное времяпрепровождение. Як ви будуєте свої заняття? Чи є поставлені чітко графіки, чи просто хто прийшов, той почав займатися, і чи є вправи, можливо, які вже затверджені самою системою, які йдуть на змагання, от як це? Это третій пункт нашої діяльності, нашої простоти, чому к нам приходять люди. У нас є вибір. Вибір – це ключове теж, тому що чоловік може як свободно займатися, фрі, повна свобода, робити, що хоче, так і може по определеній циклічності, з определеною програмою, з тренером. У нас в різних локаціях, в кожній точці міста практично є академії. Тобто вони є і в приміщенні, є і на вулиці, во дворах. І люди приходять і непосередньо вже займаються по определеній системі. Тобто і там для різного возрасту групи, для різних там условий, якщо хоче, чоловік хоче для себе займатися, а хоче для професіонального спорту, коли він участвує теж по воркауту, на чемпионатах мира. И поэтому человек выбирает. То есть нет такого, а я к ним не пойду, потому что у них сильно сложно. Или я не пойду к ним, потому что у них сильно просто, я хочу быть чемпионом. То есть у нас есть все кластеры. Ну, тобто ви зробили так, щоб до вас прийшло максимум людей, і це дуже добре. Денис, з приводу тих переможців, чи можете ви розказати, які і як їх звати, з яких міст України, ну, є такі відомі, так, от з Харкова. Ну, розкажіть більше про них. Ну, звісно ж, це old school, взагалі, воркаут, чемпіон міра, це Євгеній Кочерга, дніпрянин. Ми їм гордимося, тому що, во-первых, він з Дніпра, а во-вторых, він ще і отримав, кстати, перший з воркаута президентську стипендію, як найбільш дніпропетровський Национальный университет, физтех. То есть это говорит о том, кстати, почему я этот пример провожу, что не только бицепсы, а качайте свои мозги. Так, то есть это человек, который разносторонне развит. Он увлекается художеством, он лепит, он скульптор, он чемпион мира по воркауту, он получил там высшее образование с красным дипломом. И вот это прикольно, вот это круто. Это как бы знак, что смотрите, не только спорт,
а нечто больше. Именно... Ще можна ще, так? І приклад, конечно, що конечно. Якщо він зміг, то і треба і мені зробити. І так? Всіх я не зможу перечислити, їх сотні таких от, ну, топових атлетів, спортсменів з різних городів України. Очень много. Нам, нас ефірного времени не хватить. Ну так. А, Денисе, ви нещодавно повернулися, от я знаю, що ви з Сашком Андрійчуком були на морі. Розкажіть трошки, чим ви там займалися. І я знаю, що дуже багато дітей приєднуються завжди і їздять з вами, і вони з радістю, з задоволенням виконують і вправи, і відпочивають, і все відбувається так, як хочуть їхні батьки теж. Это воркаут-кемп, где досуг проводят в летнем лагере, но это больше сборы, это не лагерь. И самое интересное, что здесь каждый день новый. У нас интеллектуальное развитие, самообразование, изучение английского языка, тренировки, три тренировки в день, все они разные каждый день. То есть не, каждый день у нас не повторяется. И родители, соответственно, хотят, чтобы их ребенок оторвался от компьютера, от планшета, от смартфона, побывал в этой атмосфере. Ведь были лагеря еще, да, нашей каденции, там, когда мы были подростками, детьми, но они были немножечко другие. Это было через забор, запрещено, нельзя. Ты должен дуже сделать... жорстка дисципліна. Да. А тут больше свободы, но контроль присутствует. Но этот контроль, он, знаете, как по-отцовски, по-родительски. То есть все ученики, которые с нами едут отдыхать, это наши дети. Отношение такое к ним. И поэтому родители доверяют своих детей, и родители тоже вместе с нами ездят. И такая здравая тусовка получается. Ну, дуже классно. А скажите, Денисе, наостанок хочется почути все ж такі побажання, ну, можливо, поради для когось, так? А як не запустити себе? Бо от ці всі часи, періоди, які ми переживаємо, вони доволі складні. То у нас пандемія, то економіка страждає, то, ну, тобто багато чого. Але ж є люди, які витримують, яким дуже добре і непогано живеться. А є ті, хто складає руки. Самое главное, наверное, вот знаете, привыкли все себя мотивировать, особенно видеороликами, какими-то там мотивирующими фразами, текстами. Это все не работает, если нет в душе внутреннего стержня, нет вот этого волевого духа. И самое главное, это просто прийти, посмотреть на себя в зеркало. Во-первых, как ты выглядишь, как ты говоришь, как ты презентуешь себя, как ты можешь заниматься бизнесом, если ты не до конца образован, если ты не состоялся в той сфере в жизнедеятельности, в которой ты хочешь прогрессировать. На самом деле нужно каждый, то есть и конкретно перехожу к рекомендации, каждый день меняй себя, каждый день самосовершенствуйся, каждый день читай книги, каждый день становись лучше, чем ты, а не кто-то другой. Не смотри, как другие выглядят. Кто купил себе квартиру, автомобиль, кто больше подтягивается или там стране Италия. Нет, смотри, насколько ты стал каждый день лучше, чем ты вчера. Вот это самая лучшая рекомендация. А как вы сами живете? Вы тоже керуетесь этими принципами? Я живу по принципу жить счастливой и насыщенной жизнью. И других у меня нет. Ну, это еще. Что перевага? Это работа? Что, семья? Это комплекс. У меня нет работы, слово раб. У меня есть хобби. Я занимаюсь своей деятельностью, и я люблю то, что я делаю. Самое главное – заниматься тем, что ты любишь. И тогда вы будете счастливы по-настоящему. Путешествия, семья, семейные ценности. Это радоваться от того, что у тебя дети просыпаются и ползают по тебе. Это радоваться от того, что солнце всходит и заходит. Радоваться от любой ситуации. Понятно, деструктив постоянно нас, да, со всех углов скачет, прыгает и навязывает свои какие-то деструктивные, негативные штуки. Но более позитивно к этому относиться, и тогда все будет хорошо. Вы багато встигаєте. Як ви це робите? Все встигаєте. Есть понятие тайм-менеджмент, управление временем. Есть более совершенное, это self-management, управление самим собой в этом времени. Я увлекаюсь self-management. Но это отдельная тема лекции, да, семинара. Поэтому самое главное – распределение своих ресурсов в этом времени. Это где и правильный сон, питание, труд, психология, физиология, все, это все в комплексе. То есть нельзя разделять, там, сегодня я буду только заниматься спортом, а завтра там прочитаю книгу. Я все это делаю, совмещаю. Вы уважаете себя уникальной людиной? Нет, конечно. Я простой парень со двора, которым был и ранее, и таким же и остаюсь. И в этом фишка, что чем проще ты будешь, тем больше к тебе будут тянуться люди. Поэтому уникальность человека, она ведь очень индивидуальна. Каждый может считать, что я умею это, а я это. Но каждый индивидуален в своей сфере. И каждый уникален тоже в своем. Знаете, есть замечательная книга Робина Шармы «Лидер без титула». И там как раз об этом говорится. Ведь если человек работает дворником, это не значит, что он не уникальный. А там директор корпорации какой-то, там очень уникальный человек, потому что он заработал $1 000 000. Нет, этот как раз дворник может убирать настолько чисто, качественно и круто, что он уникален в своей профессии. Поэтому нельзя разделять, вот знаете, уникальный, не уникальный. Все мы разные.
Ну що ж, ось такий щасливий Денис Мінін сьогодні був у нашій студії. Дякую, що прийшли, дякую, що поділилися своїм життям, тим, як ви ставитесь до усього, що вас оточує. Це дуже добре. Приємно, що є такі люди, позитивні люди у нашому житті. Ну що, дякую, зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.